Цель и задача одна – воссоздание СССР, Советского Союза. Дело в том, что уже практически 30 лет мы видели у власти различные партии и так далее, и видим, что ничего не меняется. И я вам скажу, что не только потому, что лидеры партии или те депутаты, которые приходили в парламент, не могли. Дело в том, что при развале Советского Союза де-факто все республики, которые вышли из состава Советского Союза, стали колониями западных стран, таких как США, Англия, ну то есть коалиция, западная коалиция, которая в принципе сделала все для того, чтобы развалить Советский Союз. Им нужны были ресурсы, то есть, которые были в Советском Союзе, и, соответственно, рабский труд людей. Соответственно, их задача была снизить уровень жизни, для того, чтобы люди соглашались на любую работу за копейки, что, в принципе, они, как видите, им это удалось. Ресурсы из стран, таких стран, как Россия, Украина и так далее, выкачиваются ежедневно на огромные суммы денег. Даже в России в Конституции 15-я статья четко об этом говорит. То есть практически сделано было все для того, чтобы захватить Советский Союз. Раз у них не получилось в 41-м, да, то есть как бы войной нас взять. Соответственно, они пошли другим путем, и по сути сейчас идет война, но просто не стреляют, не бомбят, но результаты, как видите, практически те же самые.